почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Гордостью моей домашней библиотеки стала уникальная книга издательства «Веча» в серии «100 великих», которая существует, кстати, с 1998 года, Владимир Борисович Помелов, доктор педагогических наук, наш земляк, единственный из авторов кировчан, выпустил в этой серии две книги. Первая «100 великих педагогов», вторая «100 великих детей». Замечу, что Владимир Борисович Помелов – уникальный человек, авторитетный ученый, азартный исследователь, неутомимый повествователь, он, и это действительно чудо, человек-энциклопедия. Он чудесным образом помнит невероятное количество дат, чисел, событий, при этом анализирует, дает оценки, сопереживает. Каждый раз после разговора с ним я восхищенно думаю о том, что не перевелись еще в наши гаджетовые времена истинные ученые-энциклопедисты, титаны духа. Книга «100 великих детей» читается залпом, с интересом, иногда с удивлением, узнаванием. Построена по принципу энциклопедических статей. Но сухость изложения и информативность гармонично соседствуют с эмоциональностью, сочувствием, сопереживанием. И это не позволяет читателю остаться в стороне, пробежать глазами очередную главку. Кто стал персонажами книги Помелова? Те, кто совершил что-то значительное до 18 лет и во взрослой жизни был примером для подражания. Герои книги распределены на 12 категорий в 12 разделах. Герои Великой Отечественной войны, антифашисты, герои труда, литераторы, музыканты, артисты, спортсмены и так далее. Внутри разделов очерки расположены в хронологическом порядке. Исключение составляет первый раздел, в котором сначала описаны судьбы детей героев Советского Союза, а затем идут дети-герои в алфавитном порядке. Но вся эта попытка классификации важна прежде всего для автора. Любопытно, но не это главное достоинство книги. Автор, как всегда, вдумчив, скрупулезен, неутомим в поиске интересных судеб и фактов. Детские истории захватывают, потрясают, и совсем не важно, в каком порядке это все расположено. Вот трагические и великие судьбы Олега Кошевого, Зины Портной, Марата Казия, Татьяны Савичевой, Анны Фран, Гули Королевой. Как не восхититься талантом Нади Рушевой, Артюра Рембо, Лавкрафта, Моцарта и многих других. Ведь их 100 великих, великих детей. Да и представить историю без многих из этих великих нельзя. Разумеется, вопрос отбора персоналей очень важен. И здесь доводы Помелова очень убедительны. Получился такой своеобразный, захватывающий 100-серийный фильм, в котором ни одну серию пропустить не хочется. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».